Жители деревни Матяково обеспокоены проведением работ на территории, отведенной для выращивания сельскохозяйственной продукции. На днях этот объект посетили экологи, сотрудники администрации, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры. Первым делом участники рейда выслушали жителей ЖК «Кореневский форт», от которых поступают многочисленные жалобы, связанные с проведением планировочных работ на промзоне в деревне Матяково. По их словам, на протяжении нескольких недель на территорию заезжает грузовой автотранспорт и вывозит оттуда песок. В доказательство своим словам жители предоставили видео, снятое на мобильный телефон. Машина полностью груженная грунтом. Пожалуйста. Очередная пошла. Четвертая. Если удастся попасть вам на территорию, то вы увидите, то, что там выемка грунта идет. Но насколько законно это или нет, мне неизвестно. Грунт изымают и вывозят каждодневно. Согласно документам, здесь планируют создать питомник. По данным сотрудников администрации, у этого земельного участка несколько собственников, но на месте ни одного из них не оказалось. Данные организации, физические лица проверялись Министерством экологии и природопользования. На территорию выезжал АБЭП. Сейчас проводится расследование. Знакомиться с документами, какие есть и какое есть разрешение на проведение данных работ. А разрешения, как выяснилось, у собственников нет. Этот факт выявило Министерство экологии и природопользования. За нарушение владельцам земельного участка грозит уголовная ответственность. В настоящее время расследование продолжается. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.